9 часов буднего утра. Выпив по чашечке кофе, за столы учебного кабинета садятся 20 человек. Это присяжные ревизоры со всей Латвии. Несколько раз в месяц они собираются на семинары и курсы опытных преподавателей в Риге. Ревизоры точно знают, инвестиции в знания, умения и навыки – одни из самых надежных. В этом месяце они были наиболее интересны для меня. Это в части ревизорской работы, новости бухгалтерского учета, налогообложения. Учебный центр Латвийской ассоциации присяжных ревизоров начал свою работу в 1997 году. С тех пор коллектив из 25 лекторов центра повышает профессиональную квалификацию присяжных ревизоров в рамках практических семинаров и разработанных ими учебных программ. Начинаем с семинаров практической подготовки помощников ревизоров, потом идут семинары по проведению ревизий в подготовке годовых отчетов для самих ревизоров. Проводим семинары по внедрению информационных технологий, ревизионный процесс. Также популярны семинары по финансовому анализу в учреждениях. В январе популярностью пользуются семинары на тему составления годовых отчетов, а в феврале – о декларировании корпоративного подоходного налога. Для студентов в учебном центре есть и две аккредитованные Министерством образования и науки Латвии программы – «Основа бухгалтерии» и «Международный аудит». В нашей профессии, как говорится, нужно постоянно повышать квалификацию, как моим коллегам, так и мне самой. Я регулярно посещаю семинары учебного центра. В центре стараются дать как можно больше практических знаний. Так лекции и семинары тут проводят сотрудники Министерства финансов. Число присяжных ревизоров с годами не меняется. Это сложная профессия, но очень перспективная. Латвийская ассоциация присяжных ревизоров поздравляет членов сообщества с праздником Пасхи.